Знаете, что я скажу вам, друзья? У меня настойчивое желание уже появилось поселиться в этом месте. Купить вагончик. Как бы здесь есть сверху возможность его поставить, например, в районе Горина. А здесь гулять днем. И можно сюда еще и в экскурсии водить тихонечко. Не знаю, одобрят ли это другие ребята. Ну, здесь очень хорошо летом, когда в Израиле жарко. Здесь вода, пресная вода и тень деревьев больших. Это очень неплохо. Друзья, тут очень неплохо.